Дровяная печь. Готовят в Тбилиси. Там все раскаленное. Это не хачапури на шампури. Готовят. Он сыр, да? Это он делает хачапури, да. Лодочку делает. По-аджарски делает, да. По-аджарски. Сыр добавил на тесто, да, и вот лепит лодочку. Смотрим батон. Взял яйцо. Только желток. Да, белок убирает он. Вот. Теперь засекаем, сколько секунд он будет его томить. Чуть-чуть должна корочка, чтобы жидкая стала, чтобы макать в нее. Желток. Сейчас он вытащит уже. Ждем. Сколько секунд вот прошло? Сейчас сюда яичко разобьет. И то достанет, да. Белка сколько сливает, да? Белок выливает, да. Я так же. То сейчас он достать должен, по идее. Нет, еще. А, он еще в это сейчас яичко разобьет. Все, что-то испортил. Ну ничего, он выкинул яйцо, он молодец, видишь. Не понравилось, да. Да. Оп. Ну, то долго. Ну, еще сейчас еще будет находиться.